Всех приветствую в третьей части. В первых двух частях мы провязали перед, теперь мы будем провязывать спинку. Вязать. Итак, набираете, как и в первой части, набираете 64 петельки и провязываете резинкой 1 на 1 ровно вот эту часть резинки. Затем лицевой гладью продолжаете дальше просто прямой вязать такой как бы... как сказать, прямой тканью, в общем, после резиночки, лицевой гладью, до уровня, до вот этой проймочки. И тогда я вам покажу, как мы будем делать. Итак, снова набираете 64 петельки, 62 и 2 кромочные, снова оставив приблизительно метр для сшивания бочка. Теперь, смотрите, берем наши спицы, 2 длинные, и на первую спицу мы набираем первые 2 петелечки. Затем приставляем вторую и набираем оставшиеся 62. После того, как наберете 62 петелечки, распределяете резинку 1 на 1, провязываете лицевую изнаночную 5 сантиметров, как и в прошлый раз. Затем продолжаете вязать лицевую гладь до проймочки. Я думаю, с этим вы справитесь самостоятельно, поэтому продолжайте. Итак, вот, я провязала резиночку нашу. Теперь перешла на лицевую гладь. Ровным полотном я провязала спиночку до проймы. Вот, с одной и со второй стороны. Пройму я не записывала, как делать. Вы можете это посмотреть в первой части, где мы вязали перед. То есть точно так же я закрыла с двух сторон. По 6 петелечек, 3 сначала, затем 2 и 1. То есть с обеих сторон закрыла так же, как и наш перед, когда мы делали. Затем провязала 11,5 сантиметров от проймы, размер вот от проймы до высоту нашу 11,5 сантиметров. И смотрите, поделила ровно на 2 части. У нас после убавления нашей вот вывязывания проймы у нас осталось 52 петелечки. Затем я их поделила ровно напополам. Ровно напополам 52, это получается 26, правильно? Вот, итак, я параллельно просто думаю, поэтому немножечко, как бы сейчас в математике не очень хорошо ориентируюсь. Затем, смотрите, поделила ровно напополам. И, как вы видите, я уже правую нашу сторону сделала. Сейчас мы будем делать левую. Как правую сделать? Идентично левой, только вот как мы делали перед. Я провязывала лицо, оставляла нить перед работой, не провязывала последнюю нашу петелечку, разворачивала на другую сторону и делала убавление. Вот, затем, здесь мы будем делать с левой стороны, как и на передней части, вот, и убавление будем делать, смотрите, как сейчас будем на левой, так сделайте и на правой, только соотносительно левая-правая. То есть, я еще раз повторюсь, получается, с правой вы будете делать с изнаночной стороны убавления, то с левой будете сделать спереди убавление. Итак, смотрите, я вам покажу такую небольшую схемку, которую я набросала. На самом деле все очень просто. Смотрите, у нас 52 петельки всего. Делим напополам, это по 26 петель. Затем у нас в конце... с каждой полочки у нас должно, как и с передней стороны, остаться по 10 петелечек на наши плечевые швы. Смотрите, вот я показала, что у нас по 10 петелечек вот с каждой стороны должно остаться. Затем от этих 26 мы минусуем 10, получается 16 петелек. То есть на наше вывязывание горловины задней части у нас всего лишь 16 петелек нужно убавить. Смотрите, я разделила таким образом. Вот она наша половинка. Мы будем убавлять в первом ряду 6, затем во втором 4, в третьем 4, затем 2. И провяжем буквально несколько рядочков до нужной длины нашей проймы. То есть, если у меня пройма была 16 сантиметров на нашей передней части, то и на задней части у нас должна также быть 16 сантиметров. То есть вы провязали сейчас после проймы вывязывания 11,5 сантиметров, затем делите напополам и вывязываете горловинку задней части, спинки.
Вот, смотрите. Я сейчас буду уже непосредственно делать уже, скажем так, левую часть. Вы сначала сделаете со мной левую часть, потом делаете правую. Но для того, чтобы провязать левую, не забывайте, что вы правую оставляете непровязанной. То есть вы, как и я, сейчас переоденьте вторую часть на другую спицу. Я буду переодевать на чулочную, у них, в принципе, разницы нету. Они у нас пока сейчас свободные, не нужны, скажем, сильно в вязании. Вот. Теперь смотрите, я переодела на отдельную спицу. То есть, если вы, я, допустим, вот уже правую провязала, если вы правую сейчас провязываете вместе со мной, левую правую оставляете, то смотрите, вы провяжете 26 петель первых и просто бросаете ниточку. И снимаете на дополнительную, вот, или просто дальше продолжаете. Но лучше всего просто снять на дополнительную спицу, такая, чтобы была открытая с двух сторон. То есть, как видите, у меня закрытая с одной стороны, длинная та основная, на которой я вязала основу спинки и перина. Итак, я переодела на чулочную. Затем беру нашу ниточку и переворачивая на изнаночную сторону. Я убираю свои расчеты, я вам сейчас буду по ним показывать, как делать, но приблизительно будет вот так выглядеть. Мы сначала убавим по 6, как я вам говорила, но так как вот половинка это, то мы будем сейчас делать левую полочку. То есть 6, 4, 4, 2, и затем довяжем просто высоту пройма. Вот я беру ниточку мою, на изнаночную сторону просто провязываю изнаночную сторону. То есть вот первую кромочную, хотите ее не провязывайте, просто снимите, я ее вот провязала, но... Обратите внимание, вот я вам сейчас с самого начала покажу, чтобы вы потом не путались. Можете первую снять, вот за что я говорила, но первый ряд изнаночный вам нужно будет провязать за заднюю стенку изнаночную. То есть смотрите, чтобы у вас не была перекрещенная косичка, вот за заднюю сторону. Вы, я думаю, по переду помните, что мы первый ряд с изнаночной стороны провязывали за заднюю стеночку. Вот смотрите, я беру... Не бабушкиным способом, а вот за заднюю и провязываю. За заднюю, вот заднюю стеночку провязываю. Заднюю провязываю. И так нам нужно до конца ряда вот так вот сделать заднюю, провязываю, заднюю, провязываю. Заднюю стеночку и петельки изнаночные, кроме последней. То есть вот вы провязываете, хотите вместе со мной. Я думаю, это самостоятельно можно за заднюю стеночку. То есть не классическим, не классическим способом, а за заднюю стеночку. Чтобы они у вас, еще раз повторюсь, не были перекрещены косичкой с лицевой стороны. Видите, у меня косичка идет ровно. У вас тоже должна также идти. Если вы провяжете просто изнанку классическую, то у вас будет перекрещено. Итак, вот я довязала до двух последних, затем предпоследнюю я делаю лицевой, а последнюю просто снимаю, не провязываю. Разворачиваете вязание на лицевую сторону и снимаете первые две петельки на спицу и просто делаете протяжку с первой на вторую. Это у нас одно убавление, затем следующую вяжете лицевую, второе убавление делаете протяжку, третью лицевую, третье убавление, затем четвертую, четвертое, пятая лицевая протяжка, пятое убавление и шестая, шестая протяжка. Смотрите, мы сейчас с вами убавили 6 петелек. Вот, смотрите. Итак, первый этап нашего вязания, вот вывязывания горловинки 6 петелек, мы убавили. У нас сейчас на, на спице на второй должно остаться 10 плюс 2 плюс 4 плюс 4. То есть здесь у вас 10 петелек и 10. Мы сейчас проверим это, чтобы у нас именно убавилось 6 петелек. То есть одна у нас на спице и еще у нас должно быть 19. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 и 19. Изнаночная, кромочная, последняя. Она у нас будет немножечко предпоследняя вот здесь высмыкиваться, но вы не обращайте внимания, так как у нас здесь ниточка осталась не закреплена. Смотрите, все правильно. Мы убавили 6 петелек. Затем разворачиваем на изнаночный ряд. И полностью ряд до двух последних мы провязываем изнаночным. Но уже классическим способом, бабушкиным нашим родным. Потому что у нас уже сейчас петли лежат правильно, ровно. Мы уже провязали правильно первый ряд, второй ряд. То есть у нас сейчас ложатся ровной косичкой на лицевой стороне, как я вам говорила в прошлый раз. Вот. Итак, довязываете. Вот у меня осталось две последние. Предпоследнюю я провязываю лицевой, последнюю снимаю непровязанную. Следующее убавление после 6 у нас 4. То есть, смотрите, последние 2 я снимаю и делаю протяжку. То есть, это одно убавление. Вторую провязываю протяжка, второе убавление. Третью провязываю протяжка, третье убавление. Четвертую провязываю, четвертое убавление. Все, убавление в этом ряду мы закончили. Затем у нас осталось, получается, смотрите, мы убавили 6, 4. То есть нам, у нас должно остаться 16 петелек. Мы можем проверить, хотите, нет. Смотрите, довязываете этот ряд до конца, просто лицевыми. И следующий изнаночный ряд снова до двух последних петелечек довязать нужно. И мы с вами продолжим. Довязали изнаночными до двух последних, затем предпоследняя лицевая. Последняя не провязываете, просто снимаете. Разворачиваете наше вязание. Две последние петельки просто, первые, точнее, петельки, две последние с того ряда. Снимаете и делаете протяжку. Нам снова нужно 4 петельки убавить. То есть вы сделали протяжку, это одна петелька. Сейчас лицевая протяжка, вторая петелька. Лицевая протяжка, третья убавка. И лицевая протяжка, четвертая убавка. Снова до конца этого ряда провязываете лицевые. И до следующего ряда, получается следующий ряд, до последних двух, тоже провязываете по рисунку изнаночными, кроме последних двух. Вот, смотрите, мы сейчас 6 убавили, 4 и 4. То есть снова делаете лицевой ряд, изнаночный ряд до последних двух. Затем разворачиваете, и мы будем уже убавлять 2 петелечки. Вот, довязали до двух последних. Предпоследнюю лицевой, последнюю не провязываете, просто снимаете на спицу, переворачиваете. Две первые снимаете на спицу, делаете протяжку. Это одно убавление. Следующую лицевую, второе убавление. Теперь, смотрите, мы убавили 2 петелечки наши. Это было последнее наше убавление. И теперь у нас должно на спице получиться 10 петелечек. Проверим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смотрите, все правильно. У нас по 10 петелечек должно остаться на дополнительных наших спицах. Смотрите, мы сделали убавление для задней горловинки провязывания. И теперь нам нужно, чтобы у нас были две ровные стороны, сзад и спереди, ровная длина. Сзади и спереди на наших полочках. Смотрите, теперь мы берем сантиметр и вот так вот померяем, сколько у нас от проймы до верха. На передней нашей полочке у нас было 16 сантиметров. Сейчас вот я меряю, смотрите, на уровне проймы. У меня получилось вот 14 сантиметров. Мне нужно 16, то есть 2 сантиметра я довяжу просто лицевой гладью, буквально вот 2 сантиметра 10 наших петелечек. То есть до нужной нашей высоты, вот как здесь. Вот 2 сантиметра здесь я провязала и здесь провяжу 2 сантиметра для того, чтобы у меня была красивая потом горловиночка вывязанная. Я советую вам точно так же провязать. И я буду вам показывать уже начинать, как обрабатывать наши плечевые швы. Вот, я довязала, и у меня получилось две вот такие ровненькие стороны. Переднюю сторону, я думаю, вам не составило труда сделать. Вы убавили
6, 4, 4, 2 и провязали несколько рядочков, 10 петелечек. То есть буквально там, как мы считали, с вами 2 сантиметра. Вот, я закончила спинку. У меня тоже здесь, как и в первой части, вот запасы ниточек. Вот она наша передняя часть, тоже с запасом ниточек при наборе. И вот я, конечно, здесь на общую одела, но, в принципе, можно на разные спицы одеть. Теперь смотрите, что мы делаем. Берем, прикладываем, берем, получается, на лицевой стороне к нам, выкладываем спинку ровненько на поверхность. Затем лицевую часть нашу, переднюю, мы ложим изнанкой наверх. То есть, получается, лицевая сторона нашего жилетика с внутренней стороны. Вот. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот мы приклали, приложили. И соединяем. Мы сейчас будем делать плечевые швы, соединять наши вот плечики. На наших обеих сторонах по 10 петелечек. Смотрите, что мы делаем. Мы берем вот так вот ниточку, ну, краешек, который мы обрезали на первой части подлиннее. Берем, прикладываем две спицы. Вот смотрите, обратите внимание, изнанка с наружной стороны, с обеих сторон. Теперь берем, получается, провязываем с одной стороны и с другой стороны захватываем ниточку, эту петелечку. И провязываем две петелечки вместе лицевой. Вот, у нас на спице лицевая из двух петелечек. Снова с одной спицы петельку и с другой спицы петельку захватываем, провязываем снова лицевой. И когда у нас уже две лицевые на спице, мы делаем протяжку. Вот, у нас одна теперь получается петелечка. Снова делаем с одной, со второй спицы лицевую. И снова делаем протяжку с одной спицы, со второй спицы лицевую, и делаем протяжку. Итак, нам нужно сделать протяжками до конца. Таким образом мы закроем плечевой шов аккуратненько. И точно так же берем второй плечевой шовчик, делаем тот же, точно так же. Две, вот так через две петелечки делаем лицевую. Снова через 2 петелечки лицевую, протяжку делаем из двух, снова лицевая, через 2 протяжка, лицевая через 2 протяжка, лицевая протяжка. И тоже так делаем до конца. Я уже здесь не буду выключать, буду вам подробнее, чтобы вам понятно было показать вот так вот. Камера, честно говоря, как вы видите, не вай-вай, но вот так вот, в принципе, я думаю, вы поняли основу, как это можно сделать. И вот мы сделали последнюю вот протяжечку, вытянули петельку нашу полностью до конца и спрячьте кончики. Вот как здесь я выполнила плечевой шовчик. Видите, он с лицевой стороны такой ровненький, красивенький. И здесь точно так же, вот он ровненький и красивенький. Мне, честно говоря, этот способ обработки плечевого шва наиболее по душе пришелся. Он здесь не очень грубый. То есть, ну, вот как вы видите, нет сильного рубчика. То есть, рубчик он виден с внутренней стороны, но он не грубый. То есть, он такой нежненький. Теперь, после того, как вы спрячете кончики, вот я вывернула вам на лицевую сторону, показать, что у вас должно вот так получиться. Вот, плечевые швы наши ровненькие, вот, ровненькие и аккуратненькие. Сейчас вы попрячете ниточки, те, которые у вас в серединке, может быть, вот как у меня, я связывала начало моточком.
Вот. И наши вот эти ниточки, которые на плечевых швах, а также мы вот при вывязывании наших сторон, так сказать, вот этих вот убавочек, мы вот ниточку вот здесь вот закрепите ее обязательно. И с, получается, с передней стеночки, если у вас осталось, в общем, все ниточки закрепляйте, затем прячьте между вязанием и обрезайте кончики. Теперь отлаживаем все спицы в сторону и освобождаем от маркеров наши ниточки боковые, то есть те, которые мы оставляли с вами при наборе петелечек основы. Вот я освободила свои ниточки. И теперь смотрите, что мы делаем. Я сначала сделаю, получается, правую сторону, если с лицевой стороны. То есть со стороны спинки боковую часть сейчас буду соединять. Вот, смотрите, мы соединили с вами плечевые швы. Теперь будем делать бочок. Смотрите, что мы делаем. Берем крючок и натягиваем ниточку и находим вот здесь вот самую такую вот нижнюю петелечку с одной стороны, кромочную, и с другой стороны. Вот так вот я сейчас посмотрю, где у меня красивые мои кромочные, чтобы в них делать соединение. Вот, и так вот они, вот я нашла. Теперь втыкаю в самые нижние две стороны и вытягиваю петельку. Снова кромочную в одну стеночку, во вторую стеночку. Вот так. Сейчас я не могу никак приловчиться так, чтобы было очень все быстренько и аккуратненько. Ну и так, в одну стеночку, во вторую стеночку. И так в каждую петельку будем делать в одну, во вторую соединение и протяжку. То есть смотрите, в одну стенку, во вторую стенку захватываем ниточку, петля, и делаем протяжку. Снова в одну стеночку, во вторую стеночку, и или соединительный столбик еще называют, не протяжка, а соединительный столбик для тех, кто вяжет крючком. Смотрите, в одну стеночку, во вторую стеночку, так вот протяжечку, в одну стенку, во вторую стенку. Обязательно в кромочные старайтесь. То есть, если вы будете попадать в кромочные, у вас получится здесь вот на лицевой стороне, как шла изнаночная лицевая, так и будет вот она у вас изнаночная. То есть, сейчас она у меня немножечко так кривенько, но когда вы закончите, вы увидите, что она вот здесь вот идет соединение. Точно так же и здесь у вас будет такой вот невидимый легенький шовчик. И с изнаночной стороны у вас получится довольно-таки аккуратненькое соединение. То есть смотрите, что вы делаете. Вы в одну и вторую кромочную стеночку, вот так вот кромочные петельки, так вот сшиваете. Хотите, возьмите просто иголочку с ниточкой, сшейте. Но, честно говоря, я люблю протяжками. Либо, как я еще сказала, соединительными столбиками. Вот, сшиваете края одной стеночки до проймочки. Вот, до вот этой части. И точно так же с другой стороны берете снизу, поворачиваете тоже, освобождаете вот маркера. И точно так же вот так вот сшиваете, сшиваете обязательно с изнаночной стороны. Обратите внимание, что с изнаночной стороны. Когда сошьете обе стороны, мы с вами будем обрабатывать горловинку и наши вот тут вот проймочки. В общем, и так, сшиваете бока, и мы с вами встречаемся в следующей части.